Подписывайтесь на канал Болливуд, и вы будете в курсе всех новостей, а также узнаете все подробности личной жизни звезд. Кангана Ранаут родом из Химачал-Прадеш. От девушки, которая мечтала стать врачом до актрисы, ее путь был феноменальным. Она дала свой первый хит с фильмом «Гангстер» и теперь сама режиссирует свои фильмы. Навазуддин Сиддики. Актер родом из небольшого городка в штате Уттар-Прадеш. Он работал химиком в нефтехимической компании, прежде чем переехать в Дели, чтобы продолжить свою актерскую карьеру. После нескольких второстепенных ролей в многочисленных фильмах он получил высокую оценку за свои выступления в фильмах «Патанг» и «Черная пятница». Джон Абрахам – успешный актер и успешная модель, несет в себе гены отца малайца и матери иранки. Он дебютировал с фильмом «Джисм» и был частью нескольких хитов, таких как «Тхум», «Дастана», «Мадрас кафе». Он также продюсировал отдельные фильмы, такие как «Вики Донор». Дипика Падукони. Будучи дочерью Пракаша Падукони, Дипика была успешным игроком бадминтон национального уровня. Позже она переключилась на модельную карьеру и дебютировала в главной роли вместе с Шахрукханом в фильме «Ом Шанти Ом» в 2007 году. Ее успех как один из самых высокооплачиваемых актрис в индустрии красноречиво говорит о ее таланте и мастерстве. Анушка Шарма. Она родилась в Айтхе, выросла в Бангалоре. Анушка сначала была записана в качестве модели, а позже дебютировала в главной роли вместе с Шахрукханом. Сегодня она одна из самых высокооплачиваемых актрис и перспективный продюсер в индустрии. Приянка Чопра, отец и мать которой были пенджабцами, была заинтересована в том, чтобы стать криминальным психологом или инженером-программистом. Она продолжила свое высшее образование в США. Все изменилось для нее, когда она была подписана на конкурс «Мисс Индия» и продолжила выигрывать «Мисс Мира». Это в конечном итоге привело ее ко многим предложениям фильмов в индустрии. Акшай Кумар. Он сын армейского офицера, имеет черный пояс и работал шеф-поваром и официантом в Бангкоке. Он дебютировал в индустрии и был удостоен Падма-Шри в 2009 году и две национальные премии 2017 и 2019 года. Одно из самых громких имен в Болливуде и во всем мире. Шахрукхан – самодельный человек, который дебютировал в Болливуде с фильмом «Дивана» и с тех пор остается на вершине. Сушант Сингх Раджпут. 34-летний актер завоевал миллионы сердец, как Манаф из сериала. Актер успешно превратил себя из героя малого экрана в суперзвезду серебряного экрана. Актер был блестящим танцором и независимым мыслителем. Он оставил своих поклонников, семью, доброжелателей в шоке и в слезах после своей кончины 14 июня 2020 года. Ирфан Хан – один из лучших талантов, когда-либо виденных Болливудом. Даже британские фильмы и Голливуд были свидетелями блеска этого актера. За свою 30-летнюю карьеру он был удостоен национальной премии «Падма-Шри» за выдающийся вклад в искусство. Он скончался 29 апреля 2020 года из-за инфекции толстой кишки.